Вот так вот тут вот, забор у Владимира Путина, да, вот и удачи. Вот сейчас его нету? Сейчас нету Сера? Связано с тем, что связь не очень, поэтому если рвется, он в буфер скидывает. Будет лучше связь, я туда подкачаю. Я подкачаю, когда связь получше будет. Здесь плохая связь для того, чтобы передавать аудио в видеозапись. Плохая связь. Там он подкачает немного. И пойдет тогда прямая запись в эфир. В общем, вот здесь такой, видите, забор, вот такая загородка. Местным жителям вот так через бревна приходится вот это преодолевать. Даже когда они там прорвались, вроде там через какие-то заборы, через такие бревна. Вот так. И вот бабушки пошли оттуда. Реально, на самом деле, получается как? Бабушки, которые пришли вот оттуда, они дошли вот до этих вот бревен. Соответственно, напугались и пошли вот там кружными путями по бережку вот туда купаться. Сейчас где-то вот посмотрим, где-то они вот там купались, где-то в стороночке, потому что к этому пляжу им не подойти. Сейчас мы отойдем немножко в стороночку. Где-то вот действительно куча, тут песок навален, стройматериал, всякая ерунда. Вот, и вот такая тропочка.